Когда дожди, в этом русле этот бурный поток сметается на своем пути. Интересно. Виктор, приятно. Да вот мы гуляем. Жарко очень, конечно, но очень красиво. И мы. Да, сегодня, вчера жарко, да. Так до сих пор дожди были. Ага. А дальше тоже есть красивые места, но там надо на машине поехать, а тогда до кого-то будет. Вы в Верхнем Гунибе были? В Верхнем Гунибе не были. Вот в Гунибе в самом были, а в Верхнем не были. Там в Верхнем Гунибе есть Царская Поляна, где это имам Шамиль и войско делали перемирие, место есть. Там есть крепость, это тут, еще отсюда видно, она вот там на скале. Ну, или чтобы, здесь внутри. Чтобы поездить, вот съездить в Верхний Гунип, съездить в Гацатль. Ну, то есть так, чтобы вот часиков 6 вот так покататься, целый день. Здесь-то у вас цели не будут, наверное, надо, вам надо, нужно будет туда наверх подняться, Гунип. И там бывают эти УАЗики, они поднимаются до конца. Угу. Там есть еще туннели, с которыми те времена, которые сделали проход. Солнышко светит, жарко. Мы сегодня решили посвятить день прогулки по горам вокруг селения Хаточ, в котором мы остановились. Вот, с непривычки нелегко. Да и жарко. Конечно, лучше бы такую прогулку совершить к концу дня, когда солнце садится, когда солнце не будет так сильно светить, да? Но существует опасность того, что быстро упадет темень, и дорогу найти будет сложно в горах обратно. Хотя вот вроде бы все недалеко. Да, прихватили мы с собой вкусняшки, а палочки не взяли. Будем кушать руками, да? Не стесняйся. Хорошо. На воздухе, да, с таким видом. Вина не хватает. Угу. Да, кстати, о вине. Сейчас купить вино в Дагестане непросто. Угощали нас на днях дербентским. Каким-то домашним. Было кисло. Голова болела ужасно на следующий день. Как сквашенная. Да. Ну, а вот в Гунибе купили дербентского завода. Вполне прилично. Не шедевр, но прилично. Кстати, о домашнем вине. Нам в комментариях очень часто хамят по поводу того, что что-то мы с вином делаем не так или не так.
Я вам скажу, что вот на это мы не обращаем уже внимания, поскольку мы знаем, что наше вино лучшее. Вот что мы не перепробовали, это вообще на самом деле действительно шмурдяк. Вот. И мало кто делает вино так, что его было пить в удовольствие, а не просто для того, чтобы набухаться. Сам себя не похвалишь. Да, да. Да, похвалили себя. Для тех, кто любит туризм с рюкзаком, это вообще просто, это просто сказка. Да, сейчас немножко не очень комфортно, инфраструктуры нет, но надо сказать, что люди в Дагестане очень душевные. Многие пускают просто тебя на ночлег. Кто-то пытается зарабатывать, то есть он свой дом переоборудует, 2-3 комнаты сдает. Неудобство в том, что один туалет, одна ванная на эти комнатки. Вот. Это как вот в советские времена было. Но если турист будет сюда ехать, а он точно будет, потому что здесь такие красоты и люди замечательные, то инфраструктура будет развиваться. И деньги повезут сюда, а не в Турцию. Здесь интереснее на самом деле. Мы вчера приехали из Градебеля. Надо сказать, что передвигаемся мы здесь по этому району и по Гердебельскому бесплатно. С нас пока еще никто не взял денег. Да, есть таксисты, ребята, которые хотят заработать, они очень высокие цены назначают. Но по большому счету вы выходите на дорогу и вас с удовольствием просто вот подвезут, куда вы хотите. Автостоп здесь работает очень даже хорошо. Мы сами впервые этим пользуемся. Я вам скажу, что это замечательно. Да. Хабар котарвазу фарид угедай.